Бюджет будущего года стал главной темой заседания городской думы. На 2025 год в казне запланировано 27 миллиардов 255 миллионов рублей в приоритете финансирования социальной сферы. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. В городской думе Самары продолжаются обсуждения проекта бюджета на 2025-2027 годы. Состоялось совместное заседание общественного совета и общественного молодежного парламента при думе городского округа Самара. Я уверен, что внимательно, как всегда, вы изучили уже предварительные заключения, предложения и пришли уже в том числе с предложениями. На 2025 год запланировано 27 миллиардов 255 миллионов рублей. На 2026 – 28 миллиардов 950 миллионов. На 2027 – 30 миллиардов 798 миллионов. Объем доходов соответствует объему расходов. Дефицит отсутствует. Проект пока не учитывает поступлений из вышестоящих бюджетов. Бюджет носит социальную направленность, то есть от этой традиции мы не отходим. Основные доходы бюджета остаются те же, и очень надеемся, что при принятии областного бюджета будут предусмотрены значительные средства, которые в качестве субсидий будут выделены для городского бюджета. Должны в бюджете учитываться интересы всех категорий наших граждан, в том числе и молодежи. И молодежный парламент как раз является тем связующим звеном, который позволяет донести интересы молодежи до депутатов. Члены Совета и молодежного парламента единогласно проголосовали за принятие бюджета к рассмотрению на заседании Думы. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.